На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне виден вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет плачущих вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Спонсор показа – такси «Старавто». Поездка по городу – всего 100 рублей.